Мёрфи – самый популярный учебник английского в мире, и часто студенты не понимают, как правильно им пользоваться, и начинают проходить все юниты, даже если они им не нужны. Объясняю, в конце есть Study Guide, в нем собраны упражнения для каждого юнита. Когда вы их прорешаете, увидите пробелы в темах, и учебник покажет, какие юниты вам нужны. Номера юнитов находятся напротив самих упражнений. Если где-то вы ответили правильно, но не до конца понимаете, почему такой ответ, то это звонок, что нужно повторить эту тему. После чего вы открываете теорию, изучаете ее и делаете упражнения по каждому блоку. Важно понимать, что с одним Мёрфи английский не выучишь. Это учебник для выявления пробелов, когда вы уже изучили темы. В нем собраны особые случаи и частые ошибки. Красный Мёрфи для начинающих, синий для среднего уровня и зеленый для продвинутых.